Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Walking Dead, это четвертая серия, мы все так же находимся в этом магазинчике, и сейчас мы пойдем спасать Глена, потому что он пошел за припасами, нашел их, но в результате его зомби там заперли, ну то есть они его не заперли, он от них заперся в местной гостинице, забегаловке в отеле небольшом. И по рации связался с нами, просит нашей помощи. Кроме того, нам все так же нужно найти лекарство для него, потому что у него проблемы с сердцем. И батарейки нужно найти для Карлы, или Карли, как ее там звали. Несмотря на то, что я ей дал батарейки, почему-то она их еще по новой также просит. То ли это баг, то ли что. Потому что играю я все так же на пиратской версии. Возможно, это проблема данной версии. Я так и не разобрался пока, почему у меня лицензионная перестала работать. То есть я из папки с игрой запускаю и переустанавливал ее. Как-то, блин, не хочет. Просто нет времени пока разбираться, поэтому постараемся пройти такую. Надеюсь, будет без проблем. Так, ну ладно, давай выдвигаться. Hey, Карлик. Ты готова выдвигаться? You ready to head out? You got а ты? It. You? Да. Yeah. Пойдем. Let's go. Остальным потом займемся. Вы сзади, что ли, вышли? Так, тихо. Ли, ты хотя бы какой-нибудь молоток взял бы. Ну что ж ты прям на самом деле, как я не знаю, как без руки какой-то. Хоть чем-то нужно. Ты это видел? Да уж. Будь готова стрелять. Ребята, о господи, как я рад вас видеть. Господи, Глен. Но это было не так уж и сложно. Можем выбраться до того, как эти вещи нас заметят. Нет еще. Там выживший заперт. Нам нужно идти. Ни за что. Слушай, я искал здесь топливо. И я услышал оттуда плач. Кто это? Это девочка. Мы поговорили. Я пытался добраться туда. Она начала кричать и сказала, что я укушен. Я пытался убедить. Так. Попытался убедить, потом короче. Не можем просто ее оставить. Да уж, не можем. Вы самоубийцы. Из-за девочки. Я спасаю ее. С тобой или без тебя. Подумай, если бы это была ты. Ладно. Давайте спасем даму, Глена. Короче, он говорил о том, что он хотел ее разубедить в том, что он один из них. Но она так громко кричала, что из леса пришли эти штуки, и ему пришлось спрятаться. Так, я, честно говоря, что-то, блин, в шоке. Как нам это делать? Тут столько их. Ладно, вот план. Не знаю, как будет трудно туда добраться. Нам нужно убить каждого из них. Тихо. Шум привлекает этих штук. Давай смотримся. Так, подожди, осматриваемся. Я здесь ничего особо не вижу полезного пока что, по крайней мере. Так, Глен, скажи мне что-нибудь. Осторожно. Если они нас заметят, нам хана. Что ты там видишь? Я пока ничего не вижу, честно говоря. Нет, а вот, понятно. Тихо. Она ест кого-то. Так, вот тут у нас поблизости один есть, короче говоря. Один там вдалеке. Да. Он ломится в ту комнату, но там вообще никого не видать. Так, подожди, там кто-то был, что ли? Офигеть. Что-то, блин, жутковато как-то. Не могу сразу с двоими справиться. Даже у меня оружие было.
Давайте туда отправимся. Там более безопасно. Подожди, давай осмотримся маленько. Нет. Так, ладно, давай на самом деле пойдем туда. Там безопаснее. Тихо, 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 тихо. Блин, как напряженно-то, а? Понятно, можно туда перебежать. Можем там справиться, спрятаться за пикапом. Побежали. Ой-ой-ой. Интересно, в пикапе что-нибудь есть? Отвертка. Или это шило? Так, разбивать, я думаю, не стоит. Шума только не хватало. А, надпись на номере. Дерьмо случается. Тихо. Надо по-быстрому высматривать. Можем что-то сделать с этой машиной, я уверен. Только, говорит, тут у нас один из них. Так, что же делать? Блин, нет, туда я не хочу. Ой-ой-ой, блин, ну давай попробуем. Это привлечет внимание, осторожно. Да, ты прав. Надо что-то другое придумать. Да не лезь ты к окну, просто выгляни туда снаружи. Я не понимаю, что он что наверх нажимает, что вправо, он делает одно и то же. Так, ну теперь давай вправо-то нажмем. Нет, все равно туда лезет. Так, что же тогда делать? Он никуда не уходит. Ну так-то да. Блин, ты посмотри. Я могу взять заточку, но это, блин, может плохо кончиться в итоге. Там мы не пройдем, там сразу двое. Блин, что делать? Как? Подожди, тихо, это что? Удачно играешь в смерти. Это не то, что я имел в виду. Так, что я взял? А, все, понял, так. Пошли сюда, потихоньку, помаленьку. Сверху двое. Так, давай теперь с помощью этой подушки. Что ты с этим собираешься делать? Я не знаю. Умеешь в машину пробираться? Либо шумом, либо с инструментами. Так, подожди. Оружие свое приготовь. Следуй за мной, оставайся прямо за мной. Тихо. Офигеть. Вроде прошло нормально. Так, машина. А там топор, да? Офигеть, что делать? Блин, нет, не то ты делаешь, не то ты делаешь. Нужно залезть внутрь, снять ее с ручника, я думаю. Так, ручник у американских машин здесь. Вернее, это коробка передач. Ага, свеча. Свеча. Придержи ее, она нам пригодится. Так, теперь. Блин, как все опасно, как все опасно. Давай помогай мне, Глен. Это было офигенно.
Да плевать, там еда. Так, теперь... Что я могу сделать? Я могу вообще добежать до топора, не привлечая внимания? Нет, похоже. Эти не услышат у нас. Давайте попробуем разбить окно, возможно, теперь нам дадут. А, вот так, значит, да? Подожди. Дай мне на нее взглянуть. Ага, понятно, с помощью нее сейчас может расковырять замок. Или мне придется это делать. Ох, ёлы-палы. Ладно, вроде все нормально. Ладно, так, хорошо. Уже что-то. Да, это, говорит, мозги будет хорошо вышибать. Я тоже так думаю. Так, подожди. Ой, ну не лезь туда, пожалуйста. Там больше ничего нет? Нет. Так, нам нужно сейчас убить ту дамочку, похоже. Ну, то есть не убить, она уже мертва. Вот эту вот. Для этого нам нужно перебраться сюда. И как-то сзади к ней подойти, что ли. Так, нет, подождите. А хотя да, все, в принципе, нормально. Возможно, я смогу тебя уделать с помощью этой штуки. Тихо, тихо. Да в мозг бей! На кой хрен бить в грудь, а? Ли, давай, бей! Вот так, молодца. Отлично. Спасибо, что прикрыл спину. Да не за что. Так, вы не против, если я возьму топор? Успокойся, слышь. Ой, он прям голову пробил. Куда делось твое оружие? Блин. Клево. Теперь у нас такая вот штука есть. Вы закончили? Еще двое осталось. Это поможет. Так, ну все, ребята. Оставайтесь здесь. Хорошо. Мы будем прямо за тобой. А, то есть они за мной будут идти? Я думал, они снизу хотят остаться. Так, это будет напряженно. Ой, я сейчас споткнусь, наверное, да? Нет. А, бей, бей! Добрый день! Вам здрасте. Офигеть. Эй, там внутри. Мы здесь помочь. Просто уходите. Пойдемте, ребята. Секунду. Если откроешь, мы сможем тебя забрать куда-то, где безопасно. У нас группа в городе. Не-не-не. Она в проблемах у нее. Мисс, мы заходим. А если у нее оружие? Сейчас скапнешь пулю в пузо себе, дружок. Просто остановитесь. Я выхожу. Вы поранены? Господи. Я сказал, держитесь подальше. Мы хотим тебе помочь. Слишком поздно. Она укушена. Что? Я сказала, просто уходите. Я укушена. Почему вы просто не ушли? Успокойся. Ты будешь в порядке. Я не буду в порядке. Мой парень был укушен. Заболеете, умрете, и потом вернетесь и убьете все, что можете. У тебя есть друг? Глен.
Я не хотел этого. Это не по-христиански. Просто оставьте меня, уходите. Ладно, уходим. Окей, мы уходим. Просто побеспокойся о себе. У вас есть оружие? И? Можно мне его забрать? Дайте его мне. Я просто могу закончить это, и никаких проблем не будет. Пожалуйста. Я не хочу стать одной из них. Они сатанинские. Отдай его ей. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Тогда пристрели ее. Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like. Я видела, как выглядит он. One of those things. Так, стреляй в нее. Помоги ей. Ты с ума сошел? Да просто забирай. Спасибо большое. Я знаю, как это должно быть ужасно. Мы не можем смотреть. Пойдем. Не можем уйти. Что? Почему нет? Потому что кое-кому нужно будет подобрать оружие. Мы не можем без него уйти. Вы двое идите. Хорошо. Благослови тебя, Бог. И тебя благослови. У вас теперь еще и машина есть. Да, кошмар, конечно. Офигеть. Все в порядке? Да, у нас там были проблемы, но Глен в порядке, и мы в порядке. У меня есть топливо в грузовике. Хорошо, рад слышать. Здесь как дела? Тихо. Наш друг все еще в том же положении. Он еще один стресс не переживет. Теперь нам нужно получить эти пилюли из аптеки. Таблетки, то есть пилюли. Как-то я называю их по-старомодному. Так, и что же нам с этим делать? Эй. Здесь все по-прежнему, ладно. I'm gonna get back to him. Sounds good. Так, батарейка у меня так и нет в итоге. Ты как у нас, дитятка? Как твой палец? How's your finger, Clem? Good. Не болит It doesn't уже. Hurt so much anymore. Good. Я не знаю, что я не твой папа. I know I'm not your dad. Но если что-нибудь понадобится, I'm your guy, я твой парень, okay? Хорошо? Okay. Ладно, Same. То же самое. Ты мой парень? Не-не, я... Ну, знаешь. We're gonna try to take Будем беспокоиться друг yes. о друге. Да, договорились. Если что-нибудь понадобится, дай знать. Okay. Так, Глен. Глен, ты мне нужен. Как дела, Глен? Ну, сам знаешь. Ты знаешь комбинацию от замка снаружи? Что? А зачем? Ну, я бы ноги маленько размял. Ты бы лучше их сломал. Так. То, что там случилось, Motor Inn. Back to the Motor Inn. How can it be как все так плохо могло стать так быстро? Когда же такое происходит, люди совершают безумные вещи. Но не я. Хорошо, пацан, хорошо. Ты дал ей это сделать. Ты дал ей оружие. Я знаю. Зачем ты это сделал? Жалость. Я не позволю ей стать одной из этих. Мы не могли позволить. Нельзя терять надежду. Для нее все было закончено, Глен. Что дальше будешь делать? Не знаю. Вы, парни, вроде в порядке. А семья как твоя? Забудь. Твое дело. Не нравится чувство, что я беспомощен. Я знаю это чувство. Попробуй отдохнуть. Да, верно.
Кода он у нас не знает, похоже. Так, возможно, я топором смогу открыть ту дверь. Эй. Hey there. Ты хорошо держишься. You seem to handle yourself pretty well. Правда? Really? Я же сок... Я просто ужасно. My news editor was eaten about five feet. Моего редактора съели. And I would have joined her if it wasn't рядом со мной. For that dorky guy on watch over there. Мне же. I'm sorry. Она была засранцем, ты знаешь? But, you know. Yeah. Ну да. Так. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Спасибо за все. Да не за что, говорит. Yeah. Ладно. I will. Так, мне нужно зайти в офис и там посмотреть, возможно, я смогу с помощью топора открыть дверь. Так, Клементин, ты со мной? Конечно. Хвостик. Ну да. Стоило попробовать. Только ключами можно открыть. Ну, знаешь, я думаю, что все-таки топором открыть возможно. Причем я бы это сделал очень легко. По петлям бы херачил, и они бы отлетели за три удара. Приходилось как-то дверь открывать. Товарищу одному. Ключи у него потерялись. А дома там у него было включено, поэтому пришлось ему помочь в этом. У него самого рука была. Ну, не рука, а... То ли вывихнуто, то ли что, я не помню. Что с рукой у него было. Так, вы как, ребята, тут? Как дела у нас? Все так же. Нам нужно этот замок снять по-любому, если мы хотим Ларри помочь. Ну и хрен с ним, ладно. Ты уверен? Круто. Ты уверен, что мы сделали умную вещь? Теперь нужно отвлечь этих уродов отсюда. Осторожно. И для этого нам нужно... Я не думаю, что выходить туда хорошая идея. Блин, да я ж туда пойду, меня убьют сейчас. Как же мне их отвлечь? Мне нужно, похоже, обратно зайти, что ли, как-то. Потому что так. Пойдем внутрь. Посмотрим, возможно, там нам что-то даст возможность отвлечь их. Возможно, нам дадут все-таки, блин, что-нибудь. Все по-прежнему. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. Может, Глен нам поможет. Он же у нас быстрый парень. Нет, похоже, не поможет. You all right, Lee? I'm okay. Thanks. Так, ну что ж, придется как-то самим, похоже, выкручиваться. Это что? А, вот батарейка, смотри. Возможно, теперь мы сможем включить таким образом радио, как-то кинуть его туда и потом включить с помощью пульта. Вот еще одна батарейка для тебя. Теперь будет работать. Не работает? Не могу выяснить, почему. Дай посмотрю. Давай, вперед. Так, во-первых, батарейки вставлены. Батарейки вставлены. Закрывай. А, подожди, да-да-да-да. Батарейки-то по полюсам нужно вставить. Теперь отлично все. Хорошо. Антенна. Молодца.
Переворачивай. Питание. Ты починил? Оставайтесь внутри. Избегайте контактов с людьми, которые могут быть заражены. Станция работает. Мой продюсер говорит мне, что... чтобы я освободил эфир. Желает вам... Храни вас Бог. Храни Бог Америку, говорит он. Так, неутешительные новости, надо сказать. Понятно. Я не могу это радио с собой взять. Да, хватит уже лясы точить. Так, если мы... Ну-ка. Я пока что все еще не взял это радио. Но я и не могу, похоже, взять. Возможно, мне просто нужно выйти. Может, ты теперь согласишься? Нет. Блин, неужели мне придется выходить? А я не могу выйти. Ух, блин, да? А, вот смотри. Нахрена вообще замок разломали, блин? Они же сейчас и сюда поломятся, то... Давай. Бисмилля, как говорится. Дом 2, дом 2. Так, у нас есть шанс. Давай, побежал, хватай. Аккуратней. Присматривай. Вертолет. Эй, приятель. Я не знаю, что произошло с мамой и папой, но я знаю, если бы ты был там, ты бы умер за них. Да. Наверное, это и произошло. Ты нашел? Нет? Дай секунду. Прости, что меня здесь не было. Но зная, что ты о них мог позаботиться, это помогает мне. Ох, как ему ноги поломало. А, это брат его? Офигеть, это же его брат. Я думал, это просто работник. Офигеть. Последнюю секунду понял. Да не ори ты, ёлы-палы. Быстрее, давай, быстрее, пока не заметили. Да не туда рубишь, блин. В мозг руби, ёлы-палы. Ну что ж ты делаешь-то? Почему ты просто ему в голову не ударишь? Вот, наконец. Хотя, наверное, опыта просто нет. Я после долгого перерыва попробовал как-то молотком ударить. Не мог по гвоздю попасть. Своего брата заколбасил, офигеть. Это уже не его брат был, конечно. Ключ у нас. Ох, черт. Беги. Давай, давай, пошел, пошел. Замка-то нет. Двери, конечно, сильные. Картон со стеклом. Ёлы-палы, блин. Вот было близко, да. Но мы это сделали. Вот что важно. Они вообще сейчас сюда будут ломиться. Ключи у меня. Отлично. Ой, ты молодец. Давай туда пойдем.
откроем наконец эту дверь. Сирена. О, черт. Нужно поспешить. А что такое? А что такое? Ой, у него отвертка в спине. Давай, время бежать. Я грузовик пока заправлю. Быстро делай. Отца надо отсюда забирать. Давай, говорит, забаррикадируйся пока. Да уводи народ. Вы пока защиту крепите. А ты бери свой топор и... А, дай топор. Держите дверь. Я скоро вернусь. Держись подальше от окон. Так, секунду. Что мне делать? Если мы не справимся, ты должен знать. Я думаю, что ты отличный парень. Ну, спасибо. Заткнись, Даг. Если мы не пройдем через это, ты должен знать. Ну-ка, а, давай, давай. Я же говорил, двери хреновые. Что я должен знать, а? Ты сказал, что я должен знать. Черт! Ты уверен? Ладно. Клементин. Поищи что-нибудь, чтобы подпереть двери. Спокойно, держим. Нашла что-нибудь? О, подожди. Окно в жопе. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. О. Нашла, нашла. Давай. Ой, молодца. Папаши на клюка. Ой, блин, задрот, тебя же убьют сейчас. Кого спасти? Похоже, выбирать придется. Ай. Почему я не могу к ней идти? Ну ладно, давайте я спасем. Она мне все равно не нравилась. Спасибо. Из чувства задротской солидарности. Блин, ну это кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Свалил быстро. Свалил от нее. Давай, бежим, бежим, бежим. Ты не идешь с нами, засранец. Ах ты, сукин с... Я не оставлю кого-то тут. Особенно хорошего друга. Кенни, бля, я тебя обожаю, бляха-муха. Кенни, Кенни. Как я ее ругал в предыдущих сериях. Мы к отелю, похоже, направляемся. Temporarily to an 8 with attacks and rioting being reported in all precincts. Citizens are
currently advised to stay in their homes and move towards the cities of Charlotte, Atlanta, and Orlando. Я так привязался к этому парню. И сейчас нам нужно что-то делать дальше. Эй, Глен. Глен. Мне нужно идти. Yeah. В Атланту? Да. У меня друзья там. Не могу оставаться здесь и знать, что они в этом городе. Никто не знает, что там происходит. Я попробую. Делай, что должен. Я сделаю. Я уважаю это. Будьте в безопасности. Мы попробуем. Ли, ты знаешь, лучше не станет, если люди начнут сдаваться, как та девушка наверху. Ты дашь им? Ты сказал Карли дать оружие. Да, может, ты был прав. Я не знаю, как с этим справляться. Как бы там ни было, увидимся. По-моему, это было милосердно дать той девушке застрелиться, чтобы она не ходила. Она была уже укушена. Это вы видели в предыдущей серии. Кенни, дружок, ты мне жизнь спас. Я тебя так не любил за то, что произошло с Шоном на ферме Хершела. Кен. Это было близко. Спасибо, что спас меня. Да нет проблем. Нужно заботиться друг о друге. Да уж. Ты спрашивал себя, что ты будешь делать, если дети не появятся родители Клементин? Ты веришь, они появятся? Нет, не верю. Ты прекрасно справишься с заботой об этой девочке. Спасибо, Кенни. Да нет, что. Где тот ублюдок, который меня бросил умирать? Тебе жизнь спас. Как дела, Дак? Дак? Мы не могли ее спасти, верно? Я не думаю. Все очень быстро произошло. Я знаю, это глупо. Мы только встретились. Это глупо. Я имею в виду... Может, это просто одна из этих глупых штук. Она мне нравилась. Мне жаль. Все в порядке. Спасибо. Мне одному надо побыть, я думаю. Я понимаю. Подожди, Ли. Что такое? Как ты выбрал? Мы оба в тебе нуждались. Ты выбрал меня. Тебе была нужна помощь. Да, это имеет смысл. Но это не был выбор. Просто кое-что я сделал. Я не знаю почему. Я бы хотел, чтобы ты ее выбрал. Уж выбрал, кого выбрал, извини. Так, молодежь. Это с гусем поладили, я смотрю. Козел. He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it Гусь. For a minute? Okay, sorry. Не отойдешь на минуту? I'm sorry, there's not a lot of kids here. Прости, здесь не очень много детей. Да не в этом дело. Меня снова хапнули. Но я ж там был. And my walkie-talkie broke. Моя рация сломалась. У Глена другая. Да она нам не поможет. It can't really help us. But I know... Я знаю, это просто... Она нужна мне была. Особого смысла не было. Но так бы я поговорила с мамой и папой. А теперь нет. Она исчезла.
Другую тебе найдем. I'll just keep this one, I guess. Я эту сохраню пока. Lee, come here for a second. Подойди на секунду, Ли. Let me go deal with this. Дай-ка мне с этим разобраться. What do you want? Что тебе надо? Like my daughter? Нравится моя дочь? Ее папа пытался меня убить, поэтому... Он сделал это, потому что он знал, что Ливерет — это убийца. И поэтому не подходи к ней поближе. Понял меня? Я знаю, кто ты. Да мне насрать, что там произошло. Но если что-нибудь случится с моей дочерью или с этой маленькой девочкой... Следи за собой, козел. Сам следи, скотина. Есть секунда? Мой папа был бы мертв, если бы не ты. Эта репортерша умерла из-за меня. Не надо таким быть. Ты единственный мужчина. Я не знаю. Нам повезло с собой. Надеюсь, этот звук того, как мы выигрываем. Здесь можно заблокироваться, поставить кого-то на дозор и пока подождать, пока военные не придут. Я с этим планом согласна. Я тоже. У нас есть кровать, вода, и самое важное, у нас есть электричество. Есть места и похуже, которые можно было бы сделать дома. Ты прав. Я думаю, мы будем в порядке. Ну да. Как всегда. И на этом первый эпизод, я так понимаю, заканчивается. Довольно небольшое видео получилось, поэтому давайте посмотрим, что нас ждет в следующей серии, которую я обязательно тоже продолжу, естественно. Жду уже с нетерпением продолжения, это просто великолепно. Я думал, мы будем в порядке, если переживем это. Ты выглядишь как дерьмо, Кли. Когда последний раз ты кушал? Оставь ее себе. Я тебе гораздо большим обязан, чем это. Как дела, Клементин? Очень кушать хочу, Ли. Нужно еду достать, Ли. Я Эндрю Сент-Джон. Здесь красиво. Не повтори то, что случилось на ферме Хершелла. Что-то приближается, Ли. Будет война. Меня не так беспокоят зомби, как эти бандиты. Мы возьмем то, что нам нужно. Слишком много их. Это не происходит. Хватит, пожалуйста, хватит. Ли, пожалуйста. Офигеть. Эпизод 2, нуждающийся в помощи. Изнемогающие без помощи, если точнее перевести. Ну что, увидимся в следующих сериях. Эта серия получилась коротенькой, поэтому я ее присоединю к предыдущей. То есть у нас будет такой слепок из двух серий. Подождем следующих серий. Могу сказать, что это, по-моему, просто великолепно. Я абсолютно не ожидал, я натурально втянулся с головой. Уже жду с нетерпением следующую серию. Обязательно ее куплю. Надеюсь, разберусь с этой проблемой, почему эта игра у меня перестала работать. Но, тем не менее, как бы там ни было, ждем. И ждем, соответственно, прохождения этой игры, потому что, блин, это, по-моему, просто великолепно. Надеюсь, вам также понравилось. Как я и говорил, это заняло не так много времени. Я очень рад, что я успел за... Ну, то есть я эту игру прошел за 3 часа, по-моему, что ли, вот этот первый эпизод. Ну, то есть за несколько серий, вы сами посмотрели, сколько там получилось. Как бы там ни было, увидимся в следующих прохождениях, увидимся в следующих эпизодах, когда они выйдут. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока.